Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» я расскажу про список аккредитованных страховых компаний по ипотеке в Сбербанке. В Сбербанке, как и во всех остальных банках, когда вы оформляете ипотечный договор, то, конечно же, нужно будет обязательно приобретать, оформлять страховой полис, а именно нужно будет застраховать вашу залоговую недвижимость. И в Сбербанке достаточно широкий список, широкий выбор страховых компаний, и давайте я перечислю весь этот список. Ну и, конечно же, первым в этом списке является именно страхование от Сбербанка. Так оно и называется. Сбербанк страхование. Чаще всего, конечно же, Сбербанк предлагает своим клиентам застраховать недвижимость именно их страховой компании, именно в Сбербанк страхование. Но также есть, конечно же, и другие аккредитованные страховые компании. И также это Абсолют страхование, АИК, Альфа страхование, АО СК Альянс, ООО АМТ страхование, АО страхование, АСКО Центр. Конечно же, это еще не все. Дальше идем по списку. САО ВСК, ООО Зетта страхование, СПАО Ингострах, ООО СК Кардив, ООО СК Независимая страховая группа, АО Группа Ренессанс страхование, АО СК Пари, САО РЕСО Гарантия, ПАО СК Росгострах, АО СК Страхование. Также есть еще Совкомбанк страхование, АО Согаз и еще одна страховая компания под названием САК Энергогарант. Как вы видите, список достаточно широкий, и, конечно же, любому клиенту есть из чего выбрать. Так что вы можете заранее зайти, например, на сайты этих страховых компаний, сравнить условия, сравнить стоимость и так далее. Так что Сбербанк сотрудничает с большим количеством страховых компаний. Заходите на их сайты и выбирайте. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!